5 декабря в Казанском федеральном стартовала ежегодная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения». Данное мероприятие возрождает многолетние научные традиции, известные в России и за рубежом, международные летние школы-семинары по современным проблемам теоретической и математической физики. «Петровские чтения» проходят на базе Казанского университета ежегодно, начиная с 1987 года. История действительно такой школы-конференции, школы-семинара, она достаточно уже знатная, более 20 лет. И главная компонента, которая здесь закладывается, это именно образовательная компонента. Рассудительные профессора Института физики КФУ приобщают молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Здесь каждый может посетить познавательные лекции или выступить с докладом по новейшим достижениям в теоретической и математической физике. Во-первых, это школа. Это означает, что мероприятие нацелено на молодых. Приглашаются известные ученые в области теории гравитации, астрофизики, космологии, и известные ученые читают лекции. То есть это не узкоспециализированные доклады, а циклы лекций для молодых студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого все участники получили возможность доложить результаты своих исследований. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.